Всем привет, меня зовут Лера, я тренер по художественной гимнастике, детский клуб «Фитнес 100%». И сегодня мы проведем с вами комплекс по гимнастике. Давайте присоединяйтесь, сейчас мы немножко разомнемся. У кого есть коврики, это будет просто замечательно, мы сегодня будем тренироваться на них. Итак, бег на месте. Бежим с прекрасным настроем на хорошую тренировку. Коленки высоко поднимаем. И взахлёст. Высокие прыжки. Молодцы, теперь мы проведем суставную разминку. Повороты головы вправо-влево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вверх-вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Круговые движения головой. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Пять, шесть, семь, восемь. Правой рукой обхватили голову, тянем вправо. Левой рукой влево. Двумя руками голову тянем к груди. Локти смотрят в пол. Молодцы. Круговые движения руками. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки в сторону, локти от себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь к себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь кисти в замок. Вращаем в одну сторону и в другую. Супер! Встали, ноги пошире, одна рука на пояс, другая наверх, наклоны в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Остались, держим. Раз, два, три, четыре, в другую сторону. Пять, шесть, семь, восемь. Теперь наклоны вперед. Вытягиваемся вперед. Сейчас покажу, как это выглядит сбоку. Одна прямая линия. Корпус, руки. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Держим восемь счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Теперь упражнение мельница. В противоположной ноге тянемся рукой и меняем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Остались. Смотрим за рукой, которая направлена в потолок. Раз, два, три, четыре. Поменяли. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Руки на пояс. Делаем круговые движения ногой. Правая нога сначала выводим вперед, отводим в сторону. Раз, два, три, четыре, пять. А теперь в обратном направлении. Через сторону вперед. И раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. И другая нога то же самое. Через вперед, потом в сторону. Раз, два, три, четыре, пять,
Молодцы. И обратно направление. Через сторону вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Колени вращаем в одну сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И в другую. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Нам не нужны травмы голеностопа, поэтому правую ногу на носок и вращаем в одну сторону. И в другую. Левая нога то же самое. Сначала в одну сторону вращаем, потом в другую. Вот и все. Наша разминка закончилась. Переходим к основной части нашего комплекса. Садимся на коврик. Ноги вытянули вперед. Колени прямые, носки натянуты. Руки наверх, руки рядом с ушами. Делаем наклоны к ногам. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Тянемся к ногам. Тоже восемь счетов. При этом мы стараемся живот положить на ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее. Ноги прось. Руки в сторону, спина прямая. Колени вытянули. Делаем наклоны к ногам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Остались на ноге. Раз, два, три, четыре. В другой ноге. Пять, шесть, семь, восемь. А теперь руки на пол и выходим максимально вперед. И тянемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Садимся в бабочку. Сидим с прямой спиной, пружиним. Теперь, если сбоку, мы сидим с прямой спиной и пытаемся пружинить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Теперь уходим в лягушку. Колени у нас разъезжаются в разные стороны. Голень согнута 90 градусов. И немного качаемся вперед-назад. Это у нас идет подготовка к поперечному шпагату. Также, если усложнить это упражнение, можно поочередно выпрямлять ноги. И то же самое. Можно также выйти на локти и пружинить. Поочередно меняя ноги. Сначала одну, потом другую. Хорошо. Садимся. Ноги вытянули. Поочередно будем вытягивать ноги. Сначала правая. Правая рука нас держит, чтобы мы не заваливались. Спина ровная. Левой рукой схватили правую пятку. Вытягиваем ногу. Раз. Два. Три. Четыре. Опорная нога при этом у нас вытянута. Шесть. Семь. Восемь. Прямую ногу тянем к носу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. Все то же самое с другой ноги. Левая рука нас держит.
Правой рукой взяли левую пятку, вытягиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Супер. Следующее задание. Встаем на четвереньки. У нас сейчас будут махи ногами. Напоминаю, тут правильно вставать на четвереньки. Ладони под плечами, коленки четко под тазобедренным суставом. Правая нога на носок. Будем делать 8 махов прямой ногой, 8 пружинок и 8 счетов держим. Приготовились? Не забываем про свободную ногу, носок натянут. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пружиним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Держим. Раз, два. Пытаемся максимально поднять ногу. 4, 5, 6, 7, 8. Теперь то же самое с другой ноги. Левая нога на носок. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пружиним. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Держим. При этом не надо забывать про локти, они у нас не сгибаются. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь опускаемся на живот. Руки ставим рядом с грудью. Локти смотрят назад. Будем делать упражнение змейка. 8 счетов держим. Делаем. 8 счетов держим. И раз. Локти выпрямляем до конца. 2. 3. 4. 5. 6. Лопатки сведены, плечи опущены. 7. 8. Вытянулись. Кто может, тот сгибает ноги и прогибается. Тем самым это у нас уже будет элемент колечка. И держим так тоже 8 счетов. Так, сейчас мы можем сделать с вами еще одно упражнение. Называется корзиночка. Для этого нам необходимо взять руками за голеностоп. И вытягивать ноги наверх и поднимать корпус наверх. Опустились. Еще. И последний раз. Отлично. Руки вытянули, ноги тоже. Будем делать лодочку. Одновременно поднять рук и ног прямых. Опускаем. 8 счетов делаем, 8 счетов держим. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! Теперь также можем сделать прогибы спины. Встаем на четвереньки. Прогнулись, смотрим вперед. Выгнули шею, расслабили. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Теперь сделаем прогибы.
Встаем на колени. Опускаемся сначала на одну пятку, затем на другую. Таз выводим вперед и смотрим в потолок. Пружиним. Раз, два, три, четыре. Таз на пятки опускаем. Вытягиваемся вперед. Компенсируем наш прогиб. Еще. На одну пятку, на другую. Пружиним. Раз, два, три, четыре. Таз на пятки. Вытягиваемся. Еще два раза. Раз, два. Пружиним. Раз, два, три, четыре. Вытягиваемся вперед. И последний раз. Ушли на пятки и пружиним. Раз, два, три, четыре. Вытянулись. Отлично. Сейчас мы сделаем с вами мостик. Что нам для этого потребуется? Ложимся на спину. Ноги согнули. Руки поставили рядом с ушами. Вытягиваемся. Нам надо вытянуть локти. Кто может, встаем ногами ближе к рукам. Опускаемся. Так мы делаем 4 мостика по 4 счета. Для тех, кто уже умеет делать мостик лежа, можем делать мостики стоя. Встали, руки подняли, опустились, поднялись. Все очень просто. Тоже 4 мостика. После каждого мостика уходим в наклон вперед, чтобы компенсировать наш прогиб. Итак, сейчас мы можем делать растяжку. Все знают, что в гимнастике растягивают правый, левый и поперечный шпагат. Давайте начнем с правого. Так, встаем на коленки. Нам надо правильно научиться растягиваться. Если растяжка неправильная, потом очень сложно будет переучиться. Итак, встали на коленки. Правая нога вперед. Она всегда выворотная. Левое коленко смотрит в пол. Руки с двух сторон от ноги. И мы разъезжаемся. Ну, конечно, кто разъезжает. Вот. Коленко всегда смотрит в пол. Это переднее коленко ноги смотрит в потолок. Для тех, кто уже сидит в пол, я предлагаю немного усложнить задачу. Берем кубик. Закидываем пятку, сели, сидим примерно минуту. Кто сидит, вы можете все равно сидеть, не надо много кубиков, привыкайте, чтобы мышцы привыкли и адаптировались. То же самое мы повторяем с левой ноги. И в конце поперечный шпагат, встаем на ноги. Руки вперед, ноги разъезжаются. Мы можем опуститься на локти, либо встать на руки. Кому как удобно. Тоже по минуте два подхода. Сидим, расслабляемся. Во время растяжки очень важно глубоко дышать и расслабляться, чтобы не было больно. Вот, в принципе, и все, что мы хотели вам сегодня показать. Я надеюсь, вам понравилось. Мы будем с вами дальше продолжать тренироваться. Всем здоровья, не болейте. Муа!